Всем привет, с вами Crush Day Game. Воу-воу, всем привет, Аринка. Сегодня мы играем Roblox IKEA, правда, на планшетике. Так что, пардон, не за полноценный экран. Да. Так что, что мы сегодня? Какая серия у нас? О чем будет речь? Я создала випку в IKEA, там, где король. Расскажи поподробнее, в чем преимущество? Смотри, пап. Я могу... Что преимущество? Пап, я могу его заспавнить. Вау. Вот. Вы видели? Искать короля не надо. Да. Все намного проще, чем мы думали, да? Когда есть випочка. Да, потом, смотрите. Пап, здесь есть вещи. И сейчас эта кровать станет вот губкой. Кровать стала губкой. Папа. Угу. Зачем ты все притворяешь в губки? Зачем? Король, что ты делаешь? И смотри. Кинг. Угу. Я убегаю, короче. А давайте сделаем ночь с кучу королей. Давайте? Давайте. Так. Спавним. Ой, как очень много, короче, королей. Очень много. Прям чтоб игра лохала. Их юбертов очень много. А, помогите. Помогите. Папа, я вверх ногами от такого количества. Ужас. Да, пап? Да, крошечка. Убегает. Давайте. Вот это, что это происходит, крошик? Вот сколько королей, и они все создают землетрясение. Крош, послушай. Давай. Мы сделаем ночь с этими королями. Давай, знаешь, какой-то бункер построим. Давай, давай, обязательно. А самый лучший бункер, мне кажется, вот в этих... В стеллажах, папа, полочках. Они все разрушают. Вот эти полочки, они не разрушат, крош. Надеюсь, нет. Давай, сделаешь из этого. Смотри, Хьюберт, что происходит? Смотри, смотрите, что происходит? Это просто жесть. Ребят, это просто жестяк. Что это? Надо строить дом повыше. Угу. А построй лестницу из поддонов и действительно сделай дом это вот в воздухе. Да сможешь хватит, сделать да такое? Хватит сюда идти, короли! Крош, дом в воздухе. Дом в воздухе сможешь сделать? Конечно, смогу. Точно? Я не уверен. А ну, вот докажи, покажи, не что уверен. Ты сможешь. Давай. Мы проверим. Давай, давай, крошек, я хочу вот это вот, чтобы ты... показала, что это реально. А это сначала, даже спортивный интерес. Давайте сначала королей всех удалим, потому что ужас, как трясется экран. Давайте. А потом их заспавним. Окей, крош, давай. Так, первое, то, что нам надо, это вот. Ага. Вот так. Крош, давай. Вот. Делаем такую лестничку. Ой, знаете что? У меня такой, что? У меня такой кайф сейчас, потому что не трясет экран. Такой кайф. Ага. Кайфули, кайфули. Ули, девчонки, красотули. Да, ты кайф. В этой песенке? Не знаю. Ой. Просто кайф. Ну, я просто подыграл так, ну, кайф. Как бы. Просто. Точно, да, давай. Смотри, просто ничего не трясется. Это же, ты, ну, не представляю. Повыше поставишь? Не, еще выше, над этими стеллажами. Папа, я делаю. Крош. Вот. И мы там. Ух ты! Ты прям как горку какую-то, да? Да. Только она с ней не скатывается. Угу. Ни один король не достанет до нее, да? Да, даже самый босс. Круто. Хотя король это и есть босс, ну ладно. Давай, бери следующий поддон. Ну это, конечно, его зовут Палет, ну ладно. Называй как хочешь.
А ну-ка. Есть. Оп. Вот он уже скинул. Ага, давай. Он коварный. Вот как didn't коварный в английском, потому что он забирает все произношения. Вот и король коварный. Хм. Коварный король, да? А давайте пока я вам расскажу, о чем я, что мы учим на английском. Давай. Пап, что ты сейчас учишь? Ой, я сейчас закончил недавно тему Present Continuous, а сейчас учу вот эти вот вопросительные why, where, who, вот это вот how, типа... Это мы уже месяц назад выучили. Ну, а я только начал. Я вот это в первом классе по-английски. А вы знаете, я в пятом, и мы уже знаете, что изучаем? Что? Past simple. Past simple? Да. Крошечка, ну, это ты очень умная, ты очень молодец. Знаете, что, да. В чем прикол? Я просто в шоке, как я так за такой маленький срок сделала курс английского. То есть, ты молодец. Ну, я правда, этот... Нет, ты тоже скоро выучишь. Ну, я вам хочу сказать, я раньше не учил в школе английский, у меня школа была очень такая интересная, она... ну, там не очень любили учиться, и было не модно учиться, и учителя плохо учили, как бы. Не было таких знаний, как сейчас вот именно. И я решил, что мне все равно, сколько мне лет, и я буду учиться, и я это буду знать, потому что мне это надо. Только не с плохими учителями. Ну и потому я сам выбрал себе учителей хороших. Вы знаете, ребят, что лучше учиться у лучших, а не лишь бы у кого. Вы понимаете? Потому если... что лишь бы у кого дешевле. Смысла нету. Вообще, вы потратите свое время и деньги, походу, ничего не дешевле. Почему? Потому что жадный платит дважды. И тот, которому профессиональный, к которому мы сейчас ходим, ее еще зовут по Марина. Зовут Марина. Да, по два поддона еще с каждой стороны. Она так хорошо... Да. Я понимаю то, что она говорит мне... То, но она учит. Хорошо учит. Да. А я... Марина, большой тебе привет, если ты смотришь канал. Это видео. По бокам Hello. Еще. Да, это еще по два с каждой стороны. Этот, ой, аккуратно, крошек, а ну перекуси, возьми аптечку, чтобы чтобы было все нормально, и ты это не умерла как мы бы. Мы уже 9 минут. Слушай, у Аринки был выбор, и Аринка раньше занималась в... Take it easy. Да, в общем, два английских. Один просто преподаватель, а другие группкой собираются. Хи-хи-ха-ха, играется и все дела. То есть вот так. На том английском мне тоже как бы понятно было. Ну понятно, прикольно, но Аринка еще один прыжок и все, и конец. Да, пап, мы можем себе бесконечное здоровье сделать. Ну ладно, вот так давай лучше сделаем. Да, но я вам хочу сказать, не всегда то, что весело и прикольно, оно полезно. А почему полезно? Потому что вы что, учите английский, да? Для чего? Для того, чтобы его выучить, знать его, а... Если вы просто будете ходить куда-то развлекаться на английский, типа вам прикольно, весело и по чуть-чуть знать, то можно всю жизнь учить и его практически не выучить. Так что лучше быть сразу с профессионалами. Это окей? Да. Да, и с лучшими. Вот если вы где-то тренируетесь на какой-то спортивной секции, если вы к обычному тренеру придете, да, то, ну что вы, ну обычно, ну чуть-чуть узнаете и все, и что, больших успехов достигнете? Нет, ничего вы не достигнете, потому что действительно, какие бы вы хороши не были, чтобы вас полностью раскрыть и вы стали настоящими профи, вам нужен серьезный настоящий тренер. Так что лучше выбрать кого-то серьезного, проверенного, известного и тот, кто действительно... зарекомендовал себя как лучший, и потратить время на него, и лучше пусть больше заплатить, но вы будете с лучшими, с профессионалами, вы много чему научитесь. Ничего не поняла, но было очень интересно. Да, я думаю, если это не только детки смотрят и подростки, они понимают, о чем я.
Короче, ходить к тренеру, не просто тренеру, а к лучшему, к профессионалу. Если ходить по английскому, то к лучшему, к профессионалу. Потому что вы будете и хорошо знать английский за кратчайшее время, и будете хорошо тренироваться. То есть в спорте достигнете больших успехов, если вы будете с лучшими тренерами. Понимаете, о чем я? Крош, что ты делаешь? Мы потом не прыгнем на это. Опусти, ступеньки пусть будут. Теперь следующий поддон. Окей, беру, вот ты там рассказывай, очень интересно. Точно интересно? Вот ты да. На танцы ходишь, крошка? Да. Там я... просто обычные танцоры, танцюристы, или же там профессионалы? Там профессионалы. Вот, потому что мы с мамой тебя повели к профессионалам, а не лишь бы тратить время, как говорится, в одно место. И платить деньги непонятно за что, лишь бы ты ходила для развития. Нет, я сейчас обращаюсь к родителям. Лишь бы развитие, поверьте. Этот, если у вас ребенок хочет, он и сам, танцором, он и сам и так развивается. А вы, если вы хотите действительно, чтобы ребенок что-то достиг, лишь бы куда водить ребенка, это неправильно, это потеря времени. Просто вот, просто грубо в одно место. Вы лучше заплатите больше. Но... Да, ну и получите так же, как и заплатили. Да, да, но вы поведете к действительно знающему человеку. Вот так вот. Я раньше тренировался в нескольких клубах, и там были разные тренера, и я понял, что с тренировок я ничего нормально не получал. Мы просто там тренировались, друг другу били по башке, и ну как дрались, и все, и я ничего не научился. И тут я нашел другого тренера, и я начал понимать по-другому, как надо тренироваться. И я начал совершенствоваться. Я начал понимать, что я могу. А я даже раньше не понимал, что я могу. Потому что были тренеры глупые, такие вот они были бестолковые. Никому да, ну они не развитые. Никому в обиду. Да, да, да. Да нет, без тут. Не, ребят, здесь нет обид, здесь вот просто, знаете, обидно, когда ты потратил свое время и был не у того, репетитора или тренера. А когда ты правильно сразу же нашел того, кого надо, и достиг большого успеха, то вот этого точно не обидно. Говори, крошик. Папа, ты знал то, что мы уже танец почти выучили, там чуть-чуть осталось? Аринка, расскажи, что за танец? На какие конкретно танцы ребятам, расскажи, на какие ты ходишь? Я хожу на танцы Free Point Dance School. Там у меня учитель Катерина Олеговна, если ты смотришь это видео, то привет огромный. Да, ладно. Ну мало ли что. Можешь лайк нам закинуть. Да. Екатерина Олеговна, да. Никакая Олеговна. Олеговна. Олеговна, да. Папа. Как говорится, ученицы не жалко, да. Крош, давай что-то, это, крыш ставить, папа, сделаем панораму. Папа, сначала надо стены. Крош, ну ты все стены становишься, как будто бы мы в коробке. Давай окна ставим. Папа, это к нам король заберется. Ну да, не заберется он так высоко. Папа, у нас есть лестница, и у нас есть проход к нашему дому. Ладно. Поэтому надо послушать все стены. Ладно, послушай, ты всегда можешь удалить лестницу. Давай, крош. Прыг-прыг-скок. Черничный пирог. Итак. Ну и что на танцах? Ты уже какой танец там? Что вы делаете? Расскажи. Мы учим танец «Мечта». Крош, ну окна-то надо какие-то ставить? Ну вот совсем вот. Ну вот дырочки. Да не, ну крош, ну это я в коробке. Ну давай окна ставим. Все, дизайн должен же быть какой-то. Ну вот это можно как считать окно, да? Да, о, переверни, да и все, отлично. Смотрите, вот ребят. Ариночка, микрофон не закрывай. Хорошо. Да. А то ребята не будут нас слышать. Итак, смотрите, ребят, мы вот этот стол стеклянный будем использовать в качестве окна. Перевернем многие как надо. Делают. А, ты видела уже эту движуху, да? Да, многие так делают. О, ну это очень прикольно. Так, переворачивай. Вот так. А снизу, а сверху. Опусти чуть-чуть. Папа, мы там, подожди, мы там ты, туалет поставим. А ты постоянно должна спускаться? Ты не хочешь вот просто эти вещи наделать? Папа, просто смотри. Я буду спускаться, посмотри, потому что здесь обычных людей нету. Угу. Видишь, здесь-то из этих. Из вот этого нового. Угу.
А ты знал, что мы уже 15 минут играем? Нет, не знал. Ну, уже знаю. Ха. Крош, давай еще крышу достроим, построим освещение, какой-то фонарик. Пап, это ты был прав, надо было просто заспавнить это. Вот все. Видите, как иногда полезно выслушать папу, маму, а не говорить, да не, я сама знаю, не надо. Папа, мама хотят как лучше. Говори, Крош. Вот. Смотри, у меня будет полностью стеклянное видишь, окно. А вообще надо папу слушаться очень сильно. Батя всегда заботится о своей дочери. Батя. Смотря. Ну да, ну как бы я считаю, что у многих хорошие папы. Да. Да, и они очень любят своих детей. И батя, он это как почти, говорит, как надо по жизни, чтобы было все тип-топ. 80% пап любят детей. Да, ну, я надеюсь, и больше. Как можно не любить своего ребенка, тогда вообще какой смысл жизни? Думать только о своей жопе, что ли? Это глупо, это очень эгоистично. Ребенок, это самое главное, что у вас есть в жизни и семья, больше ничего нет главного, запомни ты это. Папа, может, хватит так все нормально. Так, и послушай, поставь еще... Поставь еще фонарик, потому что темно, как в подвале, и сейчас крысы появятся. Да. Вау, красиво как, мне нравится, я хочу туда переехать жить. Ну, в смысле? Ну, в прямом, я ты хочешь в реальности дом? Я хочу туда. Ты хочешь дом свой покинуть? Не покинуть, а сдать в аренду, а поехать туда жить. Ага, вы понимаете, сейчас если... сдать в аренду. Понимаете? Я сейчас тебе сдам в аренду. Кстати, ребят, что такое аренда? Это очень круто, когда если у вас стоит недвижка, квартирка, там гаражик. Она не должна просто так стоять. Если вы не пользуетесь, сдавайте в аренду и получайте деньги. Короче, на этом канале я вам расскажу, как можно на всем зарабатывать, что можно. Почему? Потому что я сам занимаюсь торговлей и арендой. Надеюсь, так что знаю, о чем говорю я. Мы то начинающие блогеры, но мы шарим и по другим делам, ребята. Так что давай, ставь фонарик, зажигай. Арин, поставь стулья и стол, и поставь фонарик, и обязательно ложи что-то перекусить. Например, картошечку фри, чизбургер. Кстати, не хочешь съездим в KFC? Не, не хочу. Не, а хочешь пойдем сырники поедим? Я хочу. О, сверху. Да? О, как красиво, светло, мне нравится. Больше света лучше. Я хочу для вас видео снимать, ребята. Вы понимаете, насколько Арина любит YouTube? Вы знаете, что у нас есть еще один блогерский канал, называется Крошик Дэй? И там, скорее всего, на там днях... Там челленджи, всякая движуха, в реал тайм, no game. У как красиво, игр. Боже мой! Вот видишь, я батю сейчас... слушай, Крошик! Так я это сама построила. Батя рядом был. Ну, а что, кто тебя поддерживал? Кто идеи тебе подкидывал? Мы уже 20 минут снимаем. Вообще никаких наград. Ты что, какой-то рекорд хочешь поставить? Да хоть 2 часа, хоть 3 часа. В любом случае, нам это нравится, и мы дарим людям радость, правильно? Мы, смотрите, в наших роликах мы рассказываем много чего полезного, что и как по жизни из опыта. И плюс еще показываем, как что надо делать. В смысле, как они сюда забрались? Так, быстро убирай горку эту, эти короли, они, короче, к нам щемятся. Вот. Они разрушили. Вот так вот, видишь, смотри, вот так. Смотри, они просто разрушили наши палеты вниз. Вот уже поганцы, да? Все, понятно. Если сейчас еще и ночь Крош. Настанет, то будет жопа. Ой, Крошик, так красивый Крошик, так не должен выражаться. Ну, папа сказал, то ладно, но доченька так не должна себя вести. Аринка, поставь стол и стулья, я тебя прошу, я голодный, еды мне насыпь, пожалуйста. Ночь. И ребята перекусят с нами, поставь стол и стулья. А у нас ночь настала. Да, я очень рад. Мне все равно, что ночь, что день, я есть хочу. Нас убьют. Арин, давай. Ну я ставлю, я уже поставила. Ну ставь, давай. Пончик, вода. И стулья.
Фрикадельки будешь? Да я все буду, давай все, что есть, я буду. Арина, скажи, а что это такое 59 минут и отчет назад? Это что, бомба должна рвануть? Нет. Это до утра. Посередине стол, не надо к углу. Я грузчики. Давай посередине. Стол. А что это? Это стулья. Ну, стулья, поставь стулья. Боже, как трясется экран. Ну, что сделаешь? Короли все-таки. Еще не один, и они разошлись не на шутку. А что трясется не перестало здесь? А? Перестало. Ну, они ушли. Нет, это я их удалила. А как ты удалила? Ну, я же их сама и заспавнила. Угу. Арин, спасибо за еду. Как вкусно все. Ну, знаешь что, слишком здесь пусто. Надо кровать. Какую-то картину и кровать, диван. А ну, давай, быстрой, как ты считаешь, по-женскому. Давай, по-женскому сделай все. Я стол убрала. Давай, крошик. Готово, ладно, я так давай, что-то красивое. Телек поставь, пожалуйста. Сейф тоже надо, деньги папка, будем. Папа, это не сейф. А это что тостер. Это? Тостер. Тостер? Ну давай, ставь что-то. Да давай я поставлю. Ты сам сказал по своему стилю. Ну тогда давай, делай. Я хочу увидеть быстрее, как мы закончим, красиво сделаем. Можем картину с Рокко поставить скалой? No. Телек, диванчик там. Папа, я сама, можем баньку я знаю, слушай, сама все. Арина, послушай, она смотрится из-под донов, не как это дом, не комната, она смотрится как баня. Давай сделаем классную баню. Пап, я хотела, это наш дом, типа, выживать. Ну, дом-баня, давай. Смотри, все, наша розовая кроватка. Красиво как. Что еще? Умывальник, толчок. Куда ходить, папа, в туалет? Папа, это наша комната, а не это дом. Ну, слушай, а в туалет куда ходить? У меня идея. Давай одну стенку уберем, сделаем такой парапет длинный из поддонов, типа дорожку, и там толчок посередине. Представьте, ребят, сидишь на толчке на большой высоте и смотришь все вокруг на всю Икею. А потом... Как говорится, в прямом смысле наложить на Икею, да? Не, а потом снизу тебя видят. Ну и что? Вас что интересует? Я вижу, ты ничего не делаешь, да я сделаю. Это делаю я. Да, знаете, не надо никогда это обращать внимание на то, что вас подумают. Иначе вы будете зависеть от чужого мнения. Вы будете... Аринка, микрофон, аккуратненько, давай, это вы. Здесь нету этого, здесь нету унитаза. Нету унитаза? А куда все ходят? Никуда они все не ходят. Под стол? Жесть. А что, больше вещей нету? Да, вот это все вещи. Ну а телек, диван? Телек, давай. Вау, какой плазма классный на стеночку. Давай, красиво. Напротив кровати, крош. Вот, давай. Есть. Спать. Давай, есть. О, смотри. Ой, поправь его, он за стенку вышел, крош. Рокко скала, видите, как стероидами обкачался? Да, так что там аккуратно, если кто-то надумает принимать стероиды, это надо, ну, как бы, лучше их не принимать, одним словом. Так, они не очень хорошие для здоровья. Блинчики. Да, блинчики. Кто хочет блинчики с джемом? Я хочу блинчики. Давай. Смотри. Крош. Привет. Что нам не хватает еще? Привет. Что нам не хватает в этой комнате? Ничего. Ничего. Итак, с вами был Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. И не пропускайте наши новые видео. Только знаете, мы самые главные забыли. Королей заспавнить и выживать ночью.